тут такое дело, значит, вот есть дилемма такая. Рекламировать кого-то, не рекламировать кого-то. Я для себя решил таким образом. Я рекламирую только тех, кого проверил на себе, вот точно проверял, точно понравилось, и после этого рекламирую. И потому у меня заказывать рекламу — это такая хреновая вещь. Например, там обследование бани, если кто-нибудь ради рекламы заказывает, потом никто не выкладывает, потому что я захаю, если вдруг баня будет плохая. Вот, поэтому я сначала проверяю вещь, а потом уже вам рассказываю, сработало, не сработало, стоит, не стоит рекламировать. Да, мне эту вещь подарили, однозначно. Ну, подождите, сейчас я, не уходите далеко, сейчас воду выключу, а то тут уже переполнился котел. Вот, новинка в живой бане у Ивана. Мои друзья... Компания ВВД, в частности, господа Ваховы всей семьей, низкий вам поклон, если будете смотреть, а вы будете смотреть, я знаю, подарили мне еще одну прибамбасину для живой бани у Ивана. Смотрите, вот этот вот обливной, вот такое вот обливное устройство. В общем, ребят, я имею бочку, я знаю вот эту бочку перевертыш, да, ну, которая там продает перевертыш. Во-первых, я не имел денег, чтобы купить оцинковку. Ну, что-то дороговато, она там стоила 1006. То есть ведро нержавейку. Я купил оцинковку. И оцинковка, она вот за 3 года, 4 года эксплуатации превратилась в такой кошмар. Там внутрь заглядываешь, там все такое объеденное. Ну, в общем, ужасно смотрится, хоть выбрасывай. Поэтому, если будете брать, берем только нержавейку. Ребят, не пожалейте денег, один раз живем. А во-вторых, ведро перевертыш что делает? Переворачивает огромное количество воды, оно падает резко и половина пролетает мимо. Вчера у меня здесь была съемка для телеканала одного, а вы это увидите, на всех экранах страны будет. Так вот, мы с героем программы, сейчас не могу выкладывать все карты, мы с героем программы... монтировали вот эту бочку. И потом я его этой бочкой обливал. Сегодня едем, я его отвожу на следующий объект. Он говорит: слушай, я, говорит, стоял под ней и не мог дождаться, когда же она кончится, вода-то. Она льется и льется, льется и льется. Проверяем? Проверяем. Сам я туда не полезу. Представьте, что вы стоите под ней. Там три потока. Один поток идет прямо на голову, один на плечо на правое, третий на плечо налево. И это все длится и длится. 50 литров воды одним махом. Смотрите. Вот таким вот образом. Мы все поливаем и поливаем. Вы где-нибудь круче контрастик видели? Вот чтобы вот так вот, а? Чтобы вот так работало все. Чтобы вот так по мановению волшебной палочки, чтобы раз и вылил. Ну где вы такое видели, а? Где такое было? Нигде, ребят. Компания ВВД, город Климовск, Подмосковье, либо просто ВВД. Набираете, а у них же печи, камины, дымоходы. Но это шедевр, ребята. Все, на этом закончил.